ведь я знаю, где ты прячешься! Bam bam dee dam bam bam dee dam bam. Надо убрать одного парня. Он раньше был наемником, да и сейчас не стоит. Да что, блядь, вы наборите? Если нужно больше данных, проверь письмо. Жду вестей. Спасибо. Слышишь? Это ж надо сказать над слухом. О вкусах не спорят, блин. Так говорят только придурки, у которых нет вкуса. Уж не знаю, за что я хотят долго. Музыкальные пристрастия уже достаточный повод. Зовите бомб! Damn.
Долго ты там будешь сидеть? Еще одна журналистка покончила с собой. Таблоиды пишут, что из-за стресса на работе, но ее семья считает мужиком. Может, ты что-нибудь раскопаешь? Я отправил все подробности. Падаль!
Твою мать, Ви! Это было нечто. Я тут просто как на иголках сидел. Слава богу, данные у меня, а ты еще на этом свете. Все хорошо, что хорошо кончается. Закрывали заказ. Спасите меня! Созерцание подобно мгновению покоя в эпицентре урагана. Ты растворяешься. Ничто не связывает тебя с миром. Ты теряешь связь с собой. Тебе нужно очиститься, восстановить равновесие. Я помогу тебе. Садись. Ладно, я слушаю. В городе ты теряешь связь с природой. Металл, бетонные ущелья, неоновый свет. Грязь и тяжесть города душат тебя. Ну да, с дзеном тут не очень. Иногда нужно замереть, чтобы восстановить связь с самим собой. Все, что тебе нужно, уже у тебя в душе. Нужно лишь знать, где искать. Ты готов? Чего бы не попробовать. Я дам тебе брейн-данс с медитацией для освобождения сознания. Просто так?
Заплати столько, сколько посчитаешь нужным. Вот этого хватит. Хорошо. Основы медитации лучше осваивать под руководством наставника. Приступим. Я буду твоим проводником. Эта медитация посвящена стихии Земли. Дух природы, мать Земля, приветствую тебя. Мы с тобой одной крови, мы с тобой едины. Ома. Дару. Мы. Благодарю. Ты где? Да уж, классный трюк. А, плохо дело. Мне надо, чтобы ты забрал кое-что очень редкое. Скандиевые стержни. Они попали к наркоману, который не знает их настоящей цены. Не советую. Я не переживу, если с ними что-то случится. Прочти мое письмо и вперед. Стержни попали ко мне, и это радует. А радуется падре нечасто. Реже, чем шел дождь в Египет.
Рэйчел тебя ждет, если что. Прямо по улице до здания, у которого стоит полицейский. Я думала, что ты будешь выглядеть профессионально. Ну ладно, заходи. Не волнуйся, Оля, мы все решим. Обязательно. Начнем вовремя. Я позвонила кому надо. Наконец-то. Мы опаздываем. Стивенсон про тебя целый день спрашивает. Сходи, поговори с ним. Он в примерочной. Ты хотел меня видеть? Я хочу, чтобы ты был со мной, когда я буду умирать. Тут нет никого из моих знакомых. Ни друзей, ни родных. Все еще хочешь записать этот брейн-данс? Больше, чем когда-либо. У нас мало времени. Эй, все будет хорошо. Ты справишься. Ты же долго к этому шел. Осталось только пересилить страх. Да. Я попробую. Мне очень страшно. Ты помолишься со мной? Выбери любую молитву. Да, конечно. Боже, мудростью своей устроить так, чтобы все сложилось хорошо. Я прошу этого для Джошуа и для себя. Джошуа. Пора. Мое время пришло. Я хочу, чтобы ты пошел со мной. Я хочу, чтобы именно ты прибил меня к кресту. Пожалуйста. Хорошо, Джошуа. Конечно. Спасибо. Хорошо. Начинаем. Тебе нужно будет сказать несколько строчек. Заучивать не надо, их покажут на суфлёре. Боишься Бога, когда и сам осужден на то же. Отче, прости им. Ибо не знают, что делают. Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое.
Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Отче, отче, в руки твои предаю дух мой. Аминь. Это был мой самый трудный проект, но я справилась. Что теперь? Пойду домой. Дня два буду просто спать. Насчет денег потом с тобой свяжусь. Лучше не выпускайте этот вирт. Такое нельзя показывать. Ну, это уж не от тебя зависит и не от меня. Я позвоню. Самые крутые, самые жесткие брейн-дансы в этом городе! Ну что там у тебя? Для тебя самое лучшее, что есть в Найт-Сити. Ну, а именно? Самый безбашенный, суперадреналиновый вирт. Реально прям огнище. Кончить и закурить, братан. А откуда он? У тебя хоть лицензия на торговлю брейн-дансами есть? Да что за вопросы? Кому это надо вообще? Мой товар такой охуенный, что ни в какую лицензию не лезет. Ладно, заинтриговал. Ха-ха-ха, еще бы. Я ж знал, что тебя зацепит. Вертвой, хочешь, прямо сейчас его тебе на плеере поставлю?
Не нужно, у меня есть свой обруч. Конечно, есть. Наверняка крутейший, с последней прошивкой. Только этот вид старше твоей мамки. Раритет. Вряд ли он у тебя заработает. Ладно, давай запустим на твоем. Что, сгораешь от нетерпения? Ха-ха. Правильно, я бы на твоем месте из трусов выпрыгивал. Ну, двинули. У меня плеер тот, за углом. На, держи плеер. Отдашь, когда захочешь. Неудивительно. Только я мог застрять в мозгах самого тупого наемника Найт-Сити. Что? Что произошло? Да ты, блядь, башку включи. Мусорщики. Блядь, выходит, нагрел он меня, урод. А, значит, кукуха не совсем отъехала. Это радует. Да вставай же, а то из тебя скоро котлету сделают. Самые крутые, самые жесткие брейн-дансы в этом городе! Ну что там у тебя? Для тебя самое лучшее, что есть в Найт-Сити. Ну, а именно? Самый безбашенный, супер... А откуда? Ты чё... Что на этой записи? Трансцендентный опыт. Этот вирт отвал... Нет, не хочу. Это ты сейчас говоришь. Ха! Ладно, заинтриговал. Ха-ха-ха, еще бы. Не нужно, у меня есть свой... Конечно, есть. Мог бы сказать мне до того, как взял мои деньги. Твоя правда. Протупил, прости. Слушай, а ты посмотри с моего плеера. Вообще не проблема. А дальше что? Предложишь мне свою зубную щетку? Трусель? Оу, с нервами у тебя, я смотрю, не очень. Ладно, держи.
Еще попробуешь меня надуть, я тебе оптику на месте вырву. Иди сюда. Да, я к тебе обращаюсь. Много тут еще таинственных. Слушай, а ты... Эй, ты, таинственный незнакомец. Иди сюда. Слушай. Ладно, рассказывай. Что есть в холодильнике у каждого медика травма Тим? Докторская! Что происходит? Рад приветствовать, прохожий. Я Брэндон. Предлагаю широкий... Твоя очередь. Почему я говорю с торговым автоматом? Приятно познакомить. Нет, я тут в первый раз. Я так и думал. Сразу вид. А знаешь лучшие средства от ностальгии? Сладкий, освежающий. Ладно, все, ты меня купил. Купил? О нет, я никого не покупаю, только продаю. Вот. Спасибо. Брэндон, да? О, ты запомнил? Я-то... Анекдоты знаешь? Что? Жует пчел! Ну ладно. Ты о чем-то хотел попросить? Ох, неловко мне приставать с корыстными просьбами. Что случилось? Видишь, контейнер прямо передо мной. Он заслоняет мне вид на... Не мог бы ты отодвинуть его в сторону? Помогу, чем смогу. Спасибо тебе! Какой ты сильный! Возьми, вот тебе освежающий напиток. Я угощаю. Слушай, ты всегда такой милый, что аж противно. Что поделать, такова моя программа. Разве кто-то захочет общаться с невежливым чат-ботом? А давай проверим. Обойдем программу. Ну давай, скажи мне, что я тупой мудозвон. Зачем же мне так говорить? У тебя получится, я в тебя верю. Ты? Такой... Темпераментный мужчина с остальными нервами, которые так и звенят на ходу. Ну как? Получилось? Ну, почти. Растешь над собой. Потом зайду. Давай, Брэндон. Что мне давать? Кому? Можно конкретней? Так говорят, когда хотят с кем-то попрощаться. А, понимаю. То есть... Но раз ты так говоришь... Вот я тебе сейчас покажу. Awesome.
In a city tingling with desire, he'll do anything to scratch every itch. Watson Hall. New episodes every Wednesday at 10, only on WNS. Привет, Ви. Спасибо, что пришел. Говорить с Майкой — это как играть в 3D-шахматы. Не дай сбить себя с толку. Я готов. Идем. Погоди, я открою. Тут довольно сложные замки. Такие без подготовки не откроешь. Сможешь обойти их защиту? Ага. Я очень надеялась, что с тех пор, как я ушла, у них тут ничего не поменялось. Надежды оправдались. Как два пальца. За мной. Джуди Альварес. Сказала бы, что рада тебя видеть, но я терпеть не могу лгать. А еще, как ты знаешь, я ненавижу незваных гостей. Ага, я даже знаю почему. Мне казалось, после Шельм тебе падать уже некуда. Но теперь вижу, что ты скатилась еще ниже. Ты дружишь с обычным уголовником. Я о тебе говорю, Ви. Кажется, я оставил след в истории вашего клуба. Ну, если след — это лужи крови на полу, то да, конечно. Я пришел в облака за инфой и получил ее. Все остальное случилось потому, что кто-то не хотел сотрудничать. А тебе никто про компромиссы не рассказывал? Объяснить, что это такое? Они требуют времени, которого у меня нет. И что тебе надо на этот раз? Снова будешь мучить наших кукол? Начинаю думать, что ты только болтать и умеешь. Какая жалкая попытка меня спровоцировать. Что дальше? Угрозы? Мы пришли поговорить. Выслушай предложение Джуди, или случится то, что тебе очень не понравится. О, неужели я потеряю молодость, деньги и влияние? Поверь мне, что бы ни случилось, ты узнаешь об этом последней. Мы хотим вырвать облака у тигриных когтей. Клубом должны владеть куклы. Ну ладно. Пошутили, посмеялись, а теперь, думаю, пора прощаться. Мы должны что-то сделать, иначе со всеми будет как с Эвой. Дубман насиловал ее, пока она была без сознания, а потом продал, как ненужный хлам. Если вы перейдете дорогу когтям, это ударит по всем куклам. То есть ты против? Я вроде бы ясно выразилась.
Давайте я сделаю вид, что вы не приходили. По старой дружбе, Джуди. Буквально через минуту охрана поймет, что вы здесь. У вас будет два варианта. Или вы сами отсюда выйдете, или вас вышвырнут. Это не угроза и не фигура речи. Просто дружеское предупреждение. С меня хватит. Я ухожу. Разумный выбор. А чтоб ты не думала, будто я совсем отмахиваюсь, через пару минут Форест будет на техническом этаже. Один. Ты выбрала не ту сторону, Майка. Позволь мне самой судить. Ты пойми, я тебе не враг. А я не спрашивала твоего мнения. Как все классно прошло. Она даже не дала мне ничего объяснить. Мне кажется, она тупо боится. Если что-то пойдет не так, она потеряет работу или вообще жизнь. Поэтому лучше оставить все как есть и не рыпаться? Что-то было? Давно. Мне тогда просто было одиноко. Как и всем в Найт-Сити. Она тогда была совсем другой. И я тоже. Людям, которым важна только выгода, нельзя доверять. Никогда не знаешь, что им покажется более выгодным. Дружески похлопать тебя по плечу или всадить нож в спину. Да, полностью согласна. Просто она когда-то мне очень нравилась. Я не сразу поняла, кто она на самом деле. Но какая бы ни была, без нее никак. Блин, а ведь я могла утром уехать поплавать. Мне кажется, тебе сейчас не помешает отдохнуть. Да и мне тоже. Да, только это будет не совсем отдых. У меня есть одна идея, я над ней работаю, но пока не уверена, что все получится. Ну да. Я что-то не очень представляю, как ты валяешься на шезлонге и пьешь коктейль через трубочку. Если я лягу на шезлонг, я начну думать, как все могло бы быть. А мне как раз этого и не хочется. Почему этот гондон еще жив? Так что, идем к нему? Конечно. Время убивать. Поехали на лифте. Так будет быстрее. Технический этаж. Знаешь, кто хуже корпоратов? Суки, которые метят в корпораты. Ты про Майка? Какая же мерзкая баба. Но надо признать, она верно оценила ваши шансы в этом деле. Мистер Стар, all night, every day. Don't be soft. Upgrade now. Насиловал Эвелин, когда она была беззащитна.
Я мог... Впереди кто-то есть. Ви, пойдем отсюда. Я думала, что почувствую удовольствие, влечение. Все, нажимай первый этаж. Хочу уже выбраться отсюда поскорее. Мне казалось, вот он сдохнет, и мир станет лучше. И чувство было такое... Такое сильное. Власти обсуждают возможность продажи земли за символическую цену в 1 евро. Знаешь, месть редко приносит облегчение. Поэтому не надо воспринимать ее как чудесное лекарство от страданий. Она так не действует. Городской администрации до сих пор не шлют нам сантехника. За языком следи. Будешь с ним разговаривать. Надо вернуться к Майка с козырем в рукаве. Что, взывать к ее чувству справедливости не помогло? Майка убедит только конкретика. Так что дальше? Надо подумать. Нужно больше людей, это точно. Я поговорю с куклами. Позвоню тебе, как что-нибудь придумаю. До скорого, Ви, и спасибо. В твоей душе хаос, необоримая тревога. Опять ты. Ну как тебе первая медитация? Как заново родился. Чтобы достичь результата, нужно регулярно практиковаться. Одной каплей дождя не утолить жажды. Хочешь попробовать еще раз? Сколько за второй брейнданс? Это уже тебе решать. Должно хватить. Хорошо. Я буду сопровождать тебя во время медитации. Эта медитация посвящена стихии воды. Мой
только... Исчез. Снова здорово.